YouTube меня очень много людей просят, но боюсь, они разочаруются, потому что мой румынский, он с молдавским акцентом, вот. Ну, я, конечно, могу говорить на красивом румынском, но зачем? Это то же самое, что американец, американцев пытался говорить на британском акценте. Это просто, это не я, и это меня, не знаю, это мне просто пытаться быть кем-то другим. Вот. Как-то странно говорить «до свидания», потому что я не знаю, когда будет следующий раз, когда я с вами заговорю на русском. Но у меня уже в горле пересохло, у меня тут где-то был чай, его теперь нету. Вот, я надеюсь, вам это видео понравилось. Да, оставляйте свои комментарии, я очень обещаю, я вам прочитаю и отвечу на сколько я смогу. И да, я вас очень люблю, пока! Всем привет! Наконец-таки я делаю это видео на русском. Я очень сильно переживала за это видео. Я уже переделывала раз 5, потому что, не знаю, мне что-то не понравилось, как я разговаривала. В общем, я вообще переживаю, что вам это не понравится, но я наконец-таки решила это сделать, потому что я вам обещала. И я знаю, что очень многие из вас ждали, и я все вас разочаровываю, говорю, что будет видео на русском, и только оно никак не выходит. Тут сегодня этот прекрасный день. Наконец-таки видео на русском на моем канале. Ура! Я знаю, вы все, наверное, в шоке. Начну с того, что расскажу немножко о себе. Многие из вас не знают многого обо мне. Я немножко оставила информации про себя на своем канале, но этого, я думаю, недостаточно для вас. Начну с того, что я родилась в России, в городе Екатеринбурге. Я жила там 6 лет со своей семьей. У меня мама наполовину молдаванка, папа русский. Потом мы переехали в Молдову, когда мне было 6 лет. И там я прожила до 19 лет. Я прожила в Молдове, и потом я переехала в Соединенные Штаты учиться. И уже я здесь учусь. Я уже закончила университет, но я уже здесь живу. Это мой 5-й год. 4.5 года я уже живу в Америке. Я живу в Калифорнии, в Orange County, и здесь очень красиво, я очень сильно здесь люблю жить. И да, вот это моя маленькая история, вкратце. Конечно, в моей истории есть очень много, куча всего интересного, но просто вкратце рассказать о себе, потому что